Друзья, всем привет! Получил я соль Tropic Marine. Пользуюсь я, кто не знает. Соль я заказывал в компании BSK Соль. Ссылочку оставлю под видео, кому интересно. Получается, это официальный дилер компании Tropic Marine, компания европейская. В этот раз я решил попробовать немножко другую соль. До этого я пользовался вот этой. Буквально на подмену осталось у меня. И как раз вовремя пришло еще одно ведерочко. 25 килограмм оно, получается, стоит 5850. Но компания делает скидочку 10% для тех, кто сделает им рекламу. То есть ведерочко, обзор, да, ссылочку закрепить под видео на их компанию. То есть вы также можете это все сделать где-то у себя, может, в Инстаграм, ВКонтакте, на YouTube-канале, если есть, то есть без проблем. Так, ну вот, в принципе, я 10% своих отработал, и вышло мне ведро, получается, 5260, то есть, ну, согласитесь, очень приятно, и плюс они отправляют еще бесплатно, то есть отправка за их счет они отправляют бесплатно. Я думаю, это очень такой приятный бонус. Ну вот, буду пробовать переходить на другую. В принципе, тоже Tropic Marine, но единственное, здесь у нее разница от той соли, то что здесь есть какие-то бактерии, которые способствуют снижению нитратов. Попробуем, потестим. Отзыв чуть позже я сниму, расскажу. Кстати, у меня вот в продаже камешки есть, замечательные живые камешки, 1500 рублей за килограммчик. Отправлю Балбакаром или поездом, кому нужно. Пишите мне в личку, контакты под видео. Всем пока!